пятницу в бассейне спортшколы «Виктория» начнется первенство города-курорта Анапы по плаванию, а на следующих выходных стартуют соревнования по горному бегу. Их участникам предстоит преодолеть дистанцию из Анапы в Абрау-Дюрсо. 14 октября на стадионе «Спартак» пройдет очередной матч на Кубок губернатора первенства Краснодарского края по футболу. Встретятся команды «Анапа» и «Флайт» из Красноармейского района. Выполнить нормативы ГТО по плаванию на 25 и 50 метров анапчане смогут в понедельник на базе спортшколы «Виктория», а по бегу, подтягиваниям, рывку гири и другим упражнениям 13 октября в спортзале школы номер 5. Кроме того, анапчане будут защищать честь курорта на таких престижных соревнованиях, как чемпионат России по дзюдо, который пройдет в Грозном, на Кубке края по художественной гимнастике в Краснодаре и на чемпионате России по боксу среди мужчин в Якутске.